За 3 месяца участниками команды «Тверь Тим» стали 40 человек. Все они личности яркие, и каждый из них готов делиться своим светом с окружающими. Это то главное, что их объединяет. Врач, предприниматель, художник, инженер, спортсмен, рок-музыкант, сварщик, фотомодель, архитектор, ресторатор, фермер, артист, школьный учитель, директор благотворительного фонда. Это далеко не полный список наших героев. Приняв идею проекта, участники команды «Тверь Тим» были откровенны. Вместе с ними мы встречали рассвет на берегу загадочного озера, спускались в московское метро и летали над картофельными полями и крышами Морозовского городка. Смогли увидеть вместе сестер-лыжниц Непряевых и навестить звезду легкой атлетики Дарью Клишину в Атланте. Вновь собрать веселых плюшек. Только одна цифра. На сайте «Твериград.ру» историю успеха, рассказанной героями «Тверь Тим», посмотрели практически 1 миллион пользователей. И это без учета социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов. Сегодня уже читатели «Твериграда» предлагают новых кандидатов в команду. Так что наш второй сезон уже близко.